Розов, иди уже. Ты мне еще в школе все мозги пропеликал. С наступающим! Эта история могла случиться только под Новый год. У меня для вас сюрприз. Я снял для нас коттедж на Новый год. Да, я сняла коттедж. Сюрприз! Мам, пап, ну пожалуйста. А как же традиции? По-семейному, за столом, с оливье, с голубым огоньком. Напиться! Да! Нет! Это будет самый незабываемый Новый год. Что за глушь? Даже связи нет. Соседи наши приличные люди, наверное. Чё ты несёшь-то? Какие соседи? Дом-то один. У нас бронь. Это у нас бронь. Может, мы сядем, чаю выпьем? Вот мы сейчас полицию позвоним, вы и сядете. Заселяемся! Заселяемся! Будем делить дом. Полтинник за свой комфорт я заплатить готов. Если ты возьмешь его деньги, ты можешь не сын. Мам, что вы вообще несете? Я вам и так не сын. Давайте сядемся вместе, отметим. Ну, конечно. Да как с вами можно Новый год-то отмечать? Еды никакой не привезли. Дети вас не слушают. Андрей, пожалуйста, давай уедем отсюда. Дело говорит, она права. Она умнее тебя. Преступники пока не найдены. Прием. Какие преступники? А вы выполните мое желание? С желаниями, Матвейка, напряженка. Бутерброд тебе дать? Дай. Палай. Сейчас появится связь, я вызову полицию. Руки вверх! С Новым годом! Да у нас и семейка. Что за фигня? Все, короче, сидим здесь тихо и не шуршим.